И всем привет, с вами Глеб, и сегодня я хочу поиграть за такой замечательный фрукт, как Спирит. Как я знаю, у него безумный урон, вот на самом деле это один из самых таких фруктов, который станет и дает безумный урон. У него скилл один, просто обычный скилл сможет снести 10 тысяч урон. Я, конечно, в шоке, так что в это видео я должен убить игроков, убить NPC, то есть на NPC проверить весь урон с этого фрукта и попробовать убить какого-нибудь босса. Но ты перед началом этого видеоролика поставь лайк, подпишись на мой канал, залетай в мой телеграм-канал, а также мой дискорд-сер по ссылочке в описании. Понял. Там проходят розыгрыши, также я общаюсь там с подписчиками, но не буду вас задерживать, так что мы переходим к видеоролику. После небольшой рекламы. На пристани робоксов возвращение легендарных методов покупки робоксов Lock Pass и Premium Pass. Благодаря методу Lock Pass робоксы на ваш аккаунт придут моментально, и вам не нужно будет ждать более 5 дней. А метод Premium Lock Pass доступен для всех стран, и цены на Robux Pier дешевле, чем где-либо. Покупайте самые дешевые робоксы по моей ссылке в закрепленном комментарии. Так, ребят, хочу для начала пойти и проверить урон. У нас есть все открыто, все скиллы. И вот первый масс 150, 250, 350 и 75. И давайте я хочу вам первое что рассказать, а это про, получается, клики. У нас первая половина кликов и вторая отличается. На первой половине клика, смотрите, появляются вот такие вот, ну, бусты, блин, что-то не то. Вот. Появляются бусты, которые помогают вам быстро бегать. То есть, смотрите, как я начал быстро бегать, это все левая половина. Она дает мне очень большой баф к регенерации, а также к скорости. Это просто, ребят, имба, вы не представляете, для Минка V4, кстати, может быть, это даже самая быстрая скорость. Все может быть. Ладно, давайте вторая половина, это мы спавним зверей, вот таких вот. Ну, зверей, вот газ, какая-то лягушка. Также может заспавнить максимального серьезного типа. А это у нас получается кто? Мудрое дерево. Нет, это лягушка. Мне нужно мудрое дерево. Бам. Опять лягушка. Я хочу вам показать мудрое дерево. Вот оно. Это не мудрое дерево. Это гриб какой-то. Ладно. О, если сейчас получается, тогда ты ставишь лайкос. О, ребят, ну надо влепить лайкос. Вот мудрое дерево и вот такой вот лягушка. И вот они наносят урон. А левая сторона это такие летающие штуки, которые помогают именно тебе. Ладно, вроде бы про зверей рассказал. Давайте я вам покажу урон. Z-ка она просто нажимается. Очень недальний скилл, очень ближний. И издалека у вас попробовать его завязать не получится. Но наносит он 4000 урона. Потом X у нас тоже... А, нет, стоп, X это максимально крутой скилл, смотрите. Опа! 6200, 6700, 7300... Нет, это еще не максимум. С этого скилла можно дать, ну, чуть больше урона на самом деле. Смотрите, вот так подходим. Блять, ну что я делаю? Что я делаю и так, ребят? Ладно, давайте Цешку у нас тоже. Вот так, хопа. И 3900. Хочу вам показать Цешку, потому что Цешка... Ой, X имба, смотрите. Бам. Блин. Вот честно, я снимаю сейчас со второго дупля, я полностью снял этот видеоматериал, и у меня X давал как бы 10 тысяч урона. Так, может что-то я делаю не так? Все, 10 тысяч. Ладно, наносит он 8 тысяч урона, если им прям отлично попасть, а может даже десятку, потому что я уже снимал этот видеоролик, полностью отснял, но в итоге получилось так, то, что у меня не был включен микрофон. Плохо, обидно. Давайте переходим к следующему скиллу, полет, и давайте покажу вам ульту. Ой, ладно. Вот как она выглядит. Ну и урон, конечно. Тут просто обалдеть какой сильный. Это если попасть до конца, вы, ребята, сможете нанести там 11 тысяч максимум. А вот если у вас там Human V4 с 140 ярости, вы будете статить, ну, 1030 минимум. Ладно, давайте я хочу, вот я вроде бы показал вам весь урон с этого замечательного фрукта. И давайте я попробую убить каких-нибудь игроков, ну, чтобы просто посмотреть, как же это будет. Потому что, ну, я, конечно, поиграл. То, что скиллы вообще не дальние, это максимально сложно, ребят. Вот вообще неудобно. У нас здесь никого нет, но я хочу найти кого-нибудь. Ага. Вон, кто-то летает, смотрите. Ух, тут кто-то есть. Отлично. Так что вот так приходим, зажимаем. Делаем... Эй, подожди, за что? Что это было? Офигеть. А как он так? Вот так, бам. Давай, я не достал.
Ой, тут... Что? Что это такое? Так, стопы, ребята, давайте... Ой, как они так двигаются? Почему вы не атакуете? Опа! А ты зря сюда полез, честно скажу, очень зря. Ой, а кого я убил? 17 тысяч баунти, офигеть! Ой, забавно, 17 тысяч баунти, кого я убил? 15 лямника, офигеть! Прости, пожалуйста, если ты смотришь этот видеоролик. Блин, мне так жалко его. О, божечки. Они теперь вдвоём меня так... Ой, за что? Ладно. Мне надо что-нибудь придумать, почему моя соул-гитара не наносит урон, это первое. Почему меня второй раз захватило тесто, это второе. Еще меня дальше бьет тесто, еще меня опять дальше бьет тесто. Ух, ребята, мне, конечно, это не понравилось. Но все равно, тесто-юзер просрал намного больше баунти. Я, честно, рад. Ну, типа, тесто-юзер, я думаю, многие шарят за это. Ну, типа, нубы. Ладно, я думаю, у меня есть второй шанс. Ё-моё, что там происходит? Офигеть, бедный Новка. Ладно, давайте вот так вот. Стопэ, вот что ты делаешь? Вот почему ты меня в воздух поднимаешь? Что ты со мной делаешь? Ё-моё, я в шоке, ребят. Я в максимальном шоке. Я первый раз вижу. Ладно, полетели. Ай! Опа, туда тебя. Нам нужно что-то придумать гениальное. Чтобы лишний раз не умереть, а именно... Ой-ой-ой-ой, стой. Опа, туда тебя. Давайте, ребята, мы должны убить. Ай, не надо. Да не надо, пожалуйста. Вы 4 раза, пожалуйста, помоги мне, я тебя умоляю. Спасибо. Да блин, ну не так, помоги мне. Надо реально побыть вообще. Давайте. Так, блин, у меня нету... Я попаду. Да блин, не надо, стопы. Нет. Ой. Так-то я более чем уверен, 1 на 1 шансы все были бы просто у меня вот. Ну, легко, ну вы видели этих тестовизеров, то они никто. Я думаю, я бы смог их убить, если бы у меня был бы портал. Я бы их просто, как они мне позакали. Ладно, давайте прямо сейчас попробуем убить босса, это у нас получается Капитан Слон. Не самый легкий босс, которого я нашел, но хотя бы какого-нибудь босса я нашел, у нас тут души. Пусть накопится, и давайте мы сразу будем спамить души, чтобы нам было очень легко. Короче, вот так проспамили чуть-чуть. Но это нам очень сильно-сильно поможет. Вот так просто взяем все скиллы, которые у меня есть. Смотрите, я уже дал, между прочим, сколько? 30 тысяч урона. Офигеть, ребят, это много. Это прям отлично. Блин, у меня сбилось. Ладно, спавним то, что мне нужно. О, смотрите, скорость просто прилетела моментально. Класс, спасибо. Куда-то нажимаю, не понимаю куда, но все-таки нажимаю, это хотя бы что-то. Так, спавним лягушку и мудрое дерево, отлично. Раньше, кстати, мудрое дерево было намного лучше. Он стопил очень, на очень-очень большое время. И хоть где бы ты находился, он бы тебя стопил просто жесть как сильно. И вот это на самом деле бесило, но за спирит мало кто играл, потому что, ну, достаточно редким фруктом был. Не знаю почему, что я сделал. Не знаю почему, но он был намного... Такой редкий, чем сейчас. Сейчас это типа, ну, дефолт. Ну, как и все остальные фрукты, к сожалению. Так, спавним всех живностей, которые у нас есть. А именно лягушки. Не знаю, что эти лягушки делают, но лягушки. У нас мудрое дерево АФК ничего не делает. А я бы хотел, чтобы оно мне помогло. Опа, делаем так вот. И все, 14 тысяч, я в шоке, ребят. Да нет, это же имба. Кстати, обязательно пишите в комментарии, кто из вас играет на этом замечательном фрукте. Мне будет очень интересно посмотреть комментарии и кто же из вас играет. Реально, вот интересно, ребят. Не попал. Этим тоже не попал. Зато этим попал. И давайте. Ах, все, мы убили. Но последний момент. Что же я хочу, ребята, сделать? Я хочу доказать то, что я могу. То, что у меня все получается, и я... Ух ты. И я смогу сыграть на этом крутом фрукте и кого-то убить. Надеваем какой-нибудь аксессуар, чтобы я бегал быстро, потому что я не люблю, когда я бегаю медленно. И давайте мы сейчас вот так прокликаем, чтобы мы вот так вот бегали. Сейчас отлично, быстро, супер, классно. Ох, ребята, как же вам не повезло. Ребята. Ой. Подождите, ну... Дайте фору, пожалуйста. Ну дайте фору, подождите, ну нечестно, реально. Вот честно скажу, так нечестно.
Давайте, по одному, вот давайте, не боитесь, по одному, полетели. Эй, стопы. Я же вас уничтожу. Думаете, я вас не перекрою? А я вас уничтожу, блин. Так, быстрее, вы 4 раз юзаем. Просто юзаем ее, кликаем, отлично. Стол гитара. Также юзаем КДК. Не знаю, куда я нажимаю. А. Ой, я лучше полетел. Вы как хотите, ребята, а я полетел. Потом. Блин, у нас нету никаких скиллов. Давай, ульта, пожалуйста. Куда пускаю, я не знаю. Ой. Что происходит? Мне кажется, я кого-то убил. Да, просто попустил вот этого тестоюзера поганого. Вот туда вот таких надо. А, на меня новка напал. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ай, забавно-то как. Будильник, чего? Так, они хотят еще получить по попе. Ой, как жаль их. И, ну, или меня. Давайте, ребят, только, ну, это, не пере... Не... Блин, заплет... Давайте, не старайтесь настолько сильно. Я, конечно, понимаю, вы хотите меня убить. Как будто я какой-то там... Опа, ну, мне так-то будет на самом деле получше. Поспокойнее, если я буду именно здесь. Да что? Ну, а на этом моменте наш видеоролик подходит к концу, так что обязательно, кто досмотрел до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, залетайте в мои соцсети по ссылочке в описании. Ну, а с вами был я, Глеб. Всем удачи и всем пока-пока!